Тирасполь – аграрно-технический колледж, урок ботаники. Будущие агрономы под микроскопом наблюдают, как растут лук, редиска и горох. Рядом пшеничное поле в миниатюре. Мне нравится изучать растения, как они растут, удобрения, какие нужно применять для выращивания растений. После колледжа я хочу поступить в институт именно конкретно на селекционера. Выпускают здесь много хороших, качественных специалистов, разнообразие профессий, чтобы работать на благо общества. Будущих агрономов тут 65. Еще 20 будут учить с сентября по дуальной системе. Сразу теория и практика. Дуальное обучение заключается в том, что дети будут практику полностью проходить на предприятиях. Компьютерные технологии позволяют брать анализ с листьев и определить, что не хватает растению. Соответственно, сами составляют смесь минеральных удобрений. В некоторых предприятиях это использование обследования полей с помощью дронов. Просматривают, как работают трактора. Все это в программе дуального обучения – от агрохимии, почвоведения до мелиорации. После учебы – рабочее место. В техникуме это не первый опыт. По дуальной системе в прошлом году здесь выпустили 10 мехатроников. А это Тираспольский техникум коммерции. Сегодня у студентов-технологов лабораторная по десертам. Я готовлю желе из какао. Впервые готовлю, но знаю рецептуру приготовления. Здесь готовят поваров-кондитеров широкого профиля. Выпускники могут приготовить все – от первых и вторых блюд любой сложности до кондитерских шедевров. Повара сейчас нужны абсолютно везде, в любой точке мира. И люди, как говорится, хотят съесть всегда. Недавно Тираспольский техникум коммерции присоединился к программе дуального обучения. С нового учебного года получат первый госзаказ – обучить 20 поваров для школ, садов и больниц. Дуальное образование позволяет делать вывод, что ребята быстрее входят в коллективы производственные, ребята быстрее осваивают профессиональные компетенции, навыки. И на сегодняшний день техникум работает над заключением договоров с нашими социальными партнерами. Дуальное образование – это 70% практики на производстве и 30% теории в техникуме. Дуальное обучение в Приднестровье уже несколько лет. Проект при поддержке торгово-промышленной палаты. Только за прошлый год подготовили 465 специалистов по 13 специальностям. По дуальной системе могут учиться и выпускники школ, и все, кто хочет получить новую профессию.